совпало, но именно 18-19 числа мы стартуем свой проект «Одесса едет в гости» 18-19 мая. Официальная делегация во главе с мэром города, с мэром, советниками, депутатами будет во Львове. И поэтому как точка такая, знаете, дополнительной презентации нашего туристического потенциала, еще одна точка отсчета проведения нашей выставки, нашей презентации пройдет именно в городе Львове. В это же время в экспозиции на Дерибасовской будет стоять стенд управления туризма города Львова. Я думаю, это очень хороший знак, это очень хороший сигнал к тому, что мы очень толерантны, мы открыты, мы готовы к сотрудничеству.